да, хоккейная арена, там даже надпись «Сохраняйте лед, закрывайте двери». Ну что делать, такие условия, других нет, и сегодня нужно играть, бороться. В любом случае, я думаю, что придут люди, все-таки должно быть гораздо теплее. Полтора месяца работы они к долгожданной игре приводят, поэтому надо не бояться, надо верить в себя и уходить и бороться до последнего, только на победу. Мы долго готовились, шли к этому. Я думаю, что зал нам поможет, а мы, в свою очередь, сделаем все возможное. Мы готовы и готовы показать свой лучший баскетбол. Далеко не ходили, вот до ресторана, который недалеко от гостиницы, но тем не менее, вот по тем улицам, которые мы видели и ездили по ним, я могу сказать, что в принципе дороги очень хорошие, и это как-то порадовало, что обычно в наших городах российских дороги не самые лучшие, но Пермь как-то этим удивило. Я живу один. Единал. А как же там с Андреем Воронцевичем, нет? У нас очень хороший дружный коллектив, естественно. Мы много времени проводим с Андреем Воронцевичем, Серегой Карасевым. Но живем все по одному.